down together. Так вот ездят. О, снова горы. Такие дороги в Китае. Подписывайтесь на канал. Мы приехали. Мы тут будем жить. Это такой второй этаж. Или не орел, птичка. Мы, короче, поднялись на лестнице. Вот это цветочки стоят на подоконниках, а это бамбук. Вот там, короче, лифт, там лестница, другой коридорчик. Вот если идти туда, то это наш коридорчик. Идешь и доходишь до нашей комнаты. А это комната Леры Стани. Всем доброе утро. Сегодня 22 число. Сейчас 7 часов утра. Но я проснулась час назад, потому что я захотела кушать. Вот. Мы соберемся в 7:30. Все проснутся. Мы соберемся в 8. Покушаем и пойдем в горы. Я себя чувствую как в замке. Сейчас будем чистить зубки. Надо сходить за щеткой. Пришли, короче, позавтракать, и тут большая очередь. Привет! Скажите привет! Привет! Всем подписчикам и ребятам привет! Мы поднимаемся на гору по таким лестницам. Если честно, я уже устала. Я тут одна иду с китайцами. Ни одного русского. Все позади меня. Ну, возможно, еще впереди меня. Забралась, короче, я наверх. А тут дальше по билетикам принимают. А все билетики внизу. Они все у Кирилла. И мне надо теперь ждать Кирилла, пока он сюда поднимется. И потом только взять билетик. Здесь немножко прохладно стало. И все уже дошли. Я взяла билетик. Поэтому поднимались вот оттуда. Я жутко устала. Мы просто идем, и там все прозрачное. Немного страшно. Но вид просто красивый. У меня очень руки замерзли. И там подувает снизу. Возможно, простуда нам обеспечена. Забрались на гору. Это было нелегко. Тут везде деревья с ленточками. Наверное, загадывали желание. Мы хотим кинуть монетку туда, в пропасть. Туда.
и загадать желание. Тут очень холодно, хорошо, что я оделась тепло. Все такие говорят, да нет, тебе будет нормально, тебе будет жарко. Но когда я поднималась сюда, да, мне было жарко, но сейчас прохладно. У меня немного уши заложило. Если будете подниматься на гору, возьмите с собой теплые вещи, вам они пригодятся, как мне. Короче, мы сейчас поедем на такой штуке, типа горочка, и мы оделись вот так вот, все вот так вот, немного страшно. Мы, короче, едем на одной штуке, вот так вот, там пробка, отлично, мы поехали! Мы прикольно покатались. Вот еще один видеоблогер. Да, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки. Да. Ссылка будет еще в описании. Да. Классная штука. Хорошо прокатились, но нам еще половину идти. Мы сейчас обедаем. Ну, точнее, я уже пообедала. Никогда не ешьте вот такой перчик. Он очень острый. Я лежала рядом с перцем, он очень острый. У меня просто весь рот сейчас горит из-за этого перчика. Наша поездка подошла к концу. И мы сейчас будем возвращаться в общагу на автобусе. Не знаю, сколько там ехать, 1.5 или 2 часа, но я буду в это время спать.